Превратить свалку в спортивную площадку. Активисты общественной организации «Сообщество роллеров Севастополя» планируют создать на заброшенной территории в центре города парк для занятий активными видами спорта. В данный момент земля, расположенная между троллейбусным и красным спусками, находится в запущенном состоянии. Она завалена мусором и битым стеклом. Здесь обосновались собаки и бездомные люди. Общественники планируют расчистить территорию и разместить на ней спортивные объекты. Территория будет делиться на три части. Первая часть – это ровная поверхность для занятий роллер-спортом. Вторая часть – площадка с фигурами, с рампами и определенными элементами для занятий активными видами спорта. В частности, это агрессивный стиль катания на роликах, скейтеры и велосипедный спорт. И последняя часть – это зона с турниками и фигурами для паркура и воркаута. Посетить парк сможет любой желающий. Вход планируют сделать бесплатным. Представители Ленинского муниципалитета такую инициативу поддержали и попросили общественников подготовить примерный план проекта. Первый шаг уже сделан. Активисты провели замеры территории, на основании которых можно будет рассчитать примерный вид будущего парка. По словам общественников, на планировку спортивной площадки уйдет около 10 дней.